В актовом зале администрации района состоялось очередное планерное совещание, которое провел глава района Заур Хамирзов. В работе совещания приняли участие его заместители, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Началась планерка с приятного момента. Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев вручили благодарственные письма секретаря и руководителя регионального исполнительного комитета «Единая Россия» за активное участие и большой вклад в работу по подготовке и проведению избирательной кампании избирательного цикла «Единый день голосования 2021». Я хотел бы поблагодарить абсолютно всех, потому что выборы прошли, я считаю, на очень достойном уровне. Самое главное, спокойно. Я считаю, что все, которых мы сегодня будем награждать, заслужили эту награду. От души всех поздравляю. Я надеюсь, что и в дальнейшем в Кашхабльском районе мы также слаженно будем работать, не только проводить выборы, но и остальные мероприятия. За многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие культуры района благодарностью Государственного совета ХАСа Республики Адыгея награждена заведующая филиалом сельского дома культуры Зинаида Олейникова. За многолетний плодотворный труд в агропромышленной отрасли и достижение высоких результатов выращивания зерновых и технических культур благодарностью Государственного совета ХАСа Адыгея также был награжден Александр Морозов, индивидуальный предприниматель. Далее руководители структурных подразделений и заместители главы района коротко доложили о текущих делах. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев отчитался по первому вопросу повестки дня о санитарно-эпидемиологической обстановке в районе. Всего с начала пандемии на территории района коронавирусной инфекцией болело 4749 человек, из них 4167 человек выздоровели. К сожалению, продолжается статистика лиц, которые не справились с болезнью и скончались. На сегодняшнюю дату эта цифра составляет 103 человека. За неделю количество умерших увеличилось на 4 человека. Всего на данный день, значит, на лечении находится 479 человек. Из них 424 человека находятся на амбулаторном лечении, 55 человек находятся на стационарном лечении. Заболеваемость по населенным пунктам, наибольшее количество заболевших сейчас назову. В ауле Кашихаб 144 человека, в ауле Бличепсим 97 человек, село Вольное 57 человек, село Натырбово 34 человека, аул Хоц 29 человек и хутор Игнатьевский 23 человека. О ходе прививочной кампании на территории района доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. На сегодняшний день у нас привело в целом по Кашхабскому району 13895 человек, что составляет доведенного плана 75,7%. За выходные с 18 по 20 у нас прошли вакцинацию, в том числе вакцинацию, 32 человека. Работу необходимо продолжить, разговаривать с жителями о необходимости вакцинации и, естественно, ревакцинации. Сегодняшний день Минздрав России принято решение о получении перехода о вакцинации при наличии антитела. То есть жители, которые раньше могли получить, вы все знаете, те, которые переболели или вакцинировались. На сегодняшнего дня можно получить QR-код о вакцинации с отметком по результатам антител. На планерном совещании обсудили и другие немаловажные вопросы, касающиеся жизнедеятельности района.